В городском округе Люберцы работает компания по производству стальных дверей. Предприятие, расположенное на территории Малаховского экспериментального завода, выпускает около 6 тысяч единиц продукции в год. С рабочим визитом там побывал Владимир Ружицкий. Уже более 20 лет эта компания производит в России стальные двери по итальянской технологии. Эта методика полностью отличается от отечественной, начиная от сырья, заканчивая спецификой производства. Двойное крепление рамы через предварительный короб, регулировка в трех плоскостях, сердцевина, ну, полотно – это металл, вот, а также есть облицовка, это панели декоративные, МДФ, фибропараллель, шпон, массив. В месяц здесь производят 500 дверей. Основные заказчики – розничные покупатели и строительные компании Москвы, Подмосковья, а также соседних регионов. Во время пандемии предприятие полностью остановило свою деятельность. Сегодня все сотрудники на рабочих местах, но соблюдение мер безопасности не отменено. Объем производства по году где-то около 300 миллионов рублей. Это достаточно прилично. Здесь работает порядка 40 человек. По нынешним временам это неплохо. Работают в основном люди местные из ближних территорий. Наша задача вот эти все производства максимально сохранить и развить. В прошлом году компания закупила новое оборудование. В ближайших планах увеличение производственных площадей и объема выпуска. А это значит, что рабочих мест на этом предприятии тоже станет больше. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.